Православные христиане готовятся встречать Рождество. Сегодня верующие отмечают сочельник. Завершается самый строгий 40-дневный рождественский пост. Во всех церквях пройдут праздничные службы. Утреннюю в храме Христа Спасителя возглавит патриарх Кирилл, а главное богослужение начнется там же за час до полуночи. Рождество по старому стилю, кроме Русской Православной Церкви, отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей. Готовится отмечать светлый праздник и в храмах канонической Украинской Православной Церкви. Сегодня там действует больше 11 тысяч православных приходов. И в каждом из них в ночь на Рождество будут служить всенощное бдение. Соберутся миллионы прихожан. В Киево-Печерской лавре нарядили елку. Церковный хор репетирует праздничный концерт. Главное, о чем будут молиться православные в это неспокойное для церкви Украины время – о мире.